Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию, всех сотрудников и преподавателей университета, всех гостей и, конечно, тех, кто сегодня в такой по-настоящему необычной обстановке станет магистром Южного федерального университета. Быть магистром – это почетно, это престижно и достойно уважения. У вас есть все основания гордиться своим университетом, история которого дала нашей стране прекрасных специалистов, чьи имена, дела, открытия широко признаны во всем мире. Ассоциация выпускников Южного федерального университета ежегодно пополняется талантливыми, неравнодушными и благодарными своей альма-матер выпускниками. Уверены, что вы продолжите эти славные традиции, приумножите достижения, с благодарностью будете вспоминать своих преподавателей и наставников. В 2020 году наш университет вошел в список 20 лучших университетов страны. И это неудивительно, потому что ЮФУ – это лучшие люди страны. Уважаемые магистры научно-исследовательского института физической и органической химии, с приветственным словом к вам обращается директор НИИ, проректор по научной и исследовательской деятельности Анатолий Викторович Метелица. Дорогие друзья, позвольте вас поздравить с окончанием Южного федерального университета и присвоением звания магистр. Это еще одна ступень на вашем жизненном пути. Эта новая позиция характеризует вас как специалистов высокой квалификации, но кроме того, как людей с определенным жизненным опытом, обладающих уникальными компетенциями. За время обучения вы получили знания и умения, важнейшие среди которых это умение учиться. Кроме того, вы прониклись духом Южного федерального университета. Среди более чем десятивековой истории университетского образования Южному федеральному университету принадлежат славные страницы. Теперь вы тоже стали частью этой истории. Дорогие друзья, вы нас покидаете, но мы с вами не прощаемся. Вы переходите в новое качество. Вы становитесь выпускниками Южного федерального университета, которых объединяет Ассоциация выпускников. Дорогие друзья, хочу пожелать вам счастья в жизни, успеха в профессиональной деятельности и высоко держать марку выпускника Южного федерального университета. Дорогие друзья, с приветственным словом к вам обращается проректор по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству Евгений Леонидович Муханов. Добрый день, дорогие коллеги. И вы уже именно коллеги, поэтому обращаюсь к вам именно так. Вы завершаете обучение на программе «Полифункциональные материалы» Южного федерального университета. Для меня, как для руководителя программы, это одновременно и торжественный момент записи этого обращения, и во многом грустный, потому что, выпуская вас, да, мы понимаем, что мы теряем часть себя. Все преподаватели, которые вложили в эту программу и вас лично, себя, свои силы, свой опыт, вместе с вами, они теряют какую-то часть себя, но это неотрывная, естественная часть процесса обучения. Мы к этому готовы. Но вам хотелось бы сказать, друзья, что вы правда особенные. Вы замечательная группа. Я видел, как складывалась ваша траектория обучения. Следил за этим очень пристально. Я видел, как блестяще вы защитили свои выпускные квалификационные работы. Я предметно разговаривал со всеми сотрудниками, кто участвовал в вашем обучении, со всеми, кто участвовал в выпускной аттестационной комиссии. И хочу сказать, что все работы были выполнены на блестящем уровне. Я очень признателен за то, что вы вложили в это обучение тоже очень многое. Единственное, о чем жалею лично я, что как руководитель программы, к сожалению, не смог, не находил времени уделять больше времени общению с вами, для того, чтобы, может быть, где-то помочь, а где-то чему-то и научиться у вас. Но выпуская вас, мы испытываем чувство гордости вот всем коллективам, кто работал с вами, очень гордимся тем, что наш выпуск, он именно такой, он такой, как вы.
Я хочу сказать вам спасибо большое, что были с нами. Ваша дальнейшая траектория сложится по-разному у всех. Кто-то выбрал обучение в магистратуре, кто-то пойдет работать на производство, кто-то еще определяется с тем, что он будет делать. Но знаете, что Южный федеральный университет, конкретно Институт физической и органической химии, и весь коллектив, работавший с вами, всегда открыт для вас. Всегда вы можете обратиться к нам за советом, за помощью, за рекомендацией. Мы будем очень рады этому обращению. Вы всегда с нами, и мы вас очень-очень сильно любим, коллеги. Берегите себя. Всего доброго. Дорогие друзья, магистры Южного федерального университета успешны не только в науке и образовании. Также ими покорены высоты бизнеса, политики, общественной деятельности, спорта, творчества. И сейчас вашему вниманию лучшие анимированные творческие силы Южного федерального университета. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская. Дорогие выпускники магистратуры Южного федерального университета, мы с радостью поздравляем вас с тем, что этот профессиональный этап становления в вашей жизни завершен. Но мы хотим сказать, что Южный федеральный университет всегда с радостью ждет вас для того, чтобы продолжить образование, для того, чтобы решить, собственно, те задачи профессионального становления, которые будут перед вами обязательно. Южный федеральный университет очень гордится своими выпускниками. Мы хотим, чтобы и вы имели право гордиться Южным федеральным университетом. Желаю удачи, успехов, процветания, профессионального признания и всего самого наилучшего и счастья в личной жизни. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается ректор Южного федерального университета Инна Константиновна Шевченко. Уважаемые магистры, дорогие выпускники, сегодня у каждого из нас и всего Южного федерального университета особый день, в котором мы традиционно отмечаем выпуск магистров и вручение дипломов об окончании университета. Это большое событие, большая веха в жизни, и всегда в нашем университете это по-особому отмечается. Выпускной – один из лучших университетских традиций, и в этом году он проходит проверку временем и новыми вызовами. В условиях пандемии и ограничений, с ней связанных, этот праздник пройдет у нас в онлайн-формате. Но мы старались максимально приблизить его к реальным событиям. Конечно, нам не хватает человеческого общения, рукопожатия, радостных глаз выпускников, их родителей, членов семьи и всего нашего большого университета. В последнее время мы много работали над тем, чтобы совершенствовать цифровые возможности и обеспечить окончание вами нашего университета, освоение всех образовательных программ и в новых условиях, чтобы вы смогли успешно пройти квалификационные испытания. И вот они закончились. И сегодняшний день наступил. И, конечно, у нас, несмотря ни на что, всегда есть прекрасные поводы и основания, чтобы гордиться собой, нашим университетом. А гордимся мы нашими выпускниками. Вы с полным правом считаете себя высококвалифицированными специалистами, для которых прекрасное и престижное образование, полученное в Южном федеральном университете, становится путевкой в новую профессиональную жизнь и залогом карьерного и профессионального жизненного успеха. Теперь перед вами открыто множество дорог. Вы можете продолжить обучение, заняться наукой, и тогда, возможно, ваша жизнь будет связана с нашим университетом или с другой научной организацией или университетом в России и в мире. Или найдете себя в профессиональной жизни, дорогу, в которой открыла учеба в университете. Но всегда окончание университета – это новые возможности.
Я желаю, чтобы они не прошли в вашей жизни мимо вас. Но всегда помните о том, что университет закончить нельзя. С ним можно только расстаться на время. И пусть время обучения в Южном федеральном университете станет одной из самых ярких страниц вашей профессиональной и творческой биографии. Уверена, что вы продолжите славные традиции «Альма-Матер», приумножите ее достижения, с благодарностью будете вспоминать своих одноклассников и своих учителей. И всегда успехи и в мыслях, и в задачах вы будете возвращаться за свою парту, в аудиторию, в свою группу, среди своих друзей. Сейчас вы вступаете в жизнь, где потребуются все знания и компетенции, которые вы получили в университете, а может быть, которые еще нужно получить. Важно, чтобы у вас сохранялось желание и уверенность идти вперед, добиваться новых успехов, ставить перед собой новые задачи и быть успешными. Именно успехи ваши являются залогом будущего успеха и процветания нашего университета. Дерзайте! Успехов вам и свершений! Учитесь, трудитесь, любите себя, свою семью, свою страну. Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи во всем. Ну а теперь мы переходим к вручению долгожданных дипломов. Ну а сейчас мы переходим к самому волнительному моменту – вручению дипломов магистрам Южного федерального университета. Для получения дипломов с отличием на сцену приглашается Василихина Ксения Майрбековна, Витковская Юлия Геннадьевна, Галкина Мария Сергеевна, Герасимова Ирина Андреевна, Дудченко Валерий Сергеевич, Зайцев Сергей Андреевич, Непомнящий Анатолий Сергеевич, Подобина Анастасия Сергеевна, Балферова Виктория Сергеевна, Пушкарев Сергей Александрович, Терехин Алексей Игоревич, Усенко Александр Олегович, для получения диплома магистра на сцену приглашается Бажан Роман Викторович, Зайцева Юлия Игоревна, Зинченко Татьяна Андреевна, Кисин Алексей Леонидович, Оголь Юлия Николаевна, Реутова Юлия Сергеевна, Седова Дарья Александровна, Чальцев Богдан Валерьевич, осталось несколько мгновений до того, как вы станете полноправными магистрами. Остался последний ритуал. Настало время открыть себя новому пути и навсегда связать всех нас крепкими узами дружбы выпускников «Альма-Матер». На счет три мы подбросим шапочки конфедератки в небо и откроем новый этап нашей жизни. И все это под звуки всемирного гимна студенчества. Считаем вместе. Раз, два, три.
ура магистрам Южного федерального университета! Ура лучшим людям страны! Эмоции, чувства поет душа, пусть ярче сияет.